Всем привет, 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 привет! А мы идем в Фолькетс парк смотреть на Винтердрём. Это вход. Вот так здесь красиво. А мы в парке, у нас здесь каток. Вот такой каток здесь на озере с фонтанами. А здесь вот для мелюзги каток. Ну, не только для мелюзги, для разных более старших детей. Вот. Он подсвечен красиво. И здесь можно кататься. Вон аж туда. И сейчас мы пойдем посмотрим, что там такого интересного. У нас сегодня очень тепло, 7 градусов тепла, нет ветра, только туманно. Ну, сейчас уже почти вечер, часов, наверное, 4-5, не знаю, который час. Сюда нас привела дорожка. Вот такой большой каток здесь с настольной лампой. Народ резвится, веселится, радуется. Зима пришла. Да, лед, конечно, искусственный. Здесь 7 градусов, но, тем не менее, все равно это интересно. Народ получает удовольствие. Ну, здесь вообще-то очень многие катаются на коньках. Здесь очень много коньков продается. Люди покупают, используют. В общем, занимаются спортом. Вот так. Ну, все это, конечно же, бесплатно. Сюда написано, нельзя входить в обычной обуви. Нельзя курить на катке. И нельзя есть ничего, входить с животными. Ну, я считаю, это естественно и нормально. Елочки натуральные, но посыпаны искусственным снегом. Мокрый он. И дорожки здесь тоже посыпаны искусственным снегом. Это ресторан турецкий. Ну и здесь у нас вот такая красота. В прошлом году этих скамеек не было. Угу. О, да, вот. Видите, можно гриль приготовить вот здесь. Да, и вон там вот тоже, вон за елкой, вот он, этот гриль, и тут покушать. Да, все для людей. А здесь у нас тоже каштаны продают. Значит, вот они. Да, как мне мой муж объяснил, написано каштаны, но каштаны здесь не продают, а продают сладкую вату и остальную и разную ерунду. Каштанов здесь нет. Ну ладно, нет да и нет. Вот у нас такой каменный красный цветок. Красивый здесь роза. И вот такое дерево, его каждый год наряжают под елочку. Оно у нас под елочку маскируется. Нет, ну пахнет же каштанами, что он мне говорит? А, это попкорн пахнет. Вот такой цветок красивый. Тоже композиция такая зимняя, красивая. Медведи, которые в прошлом году стояли на озере, сейчас стоят здесь. Вон, детки фотографируются. Здесь тоже все в искусственном снегу, искусственный снег на елках, искусственный снег на заборе. В общем, у нас тут искусственная зима. Вот, и вот такие вот у нас тут медведи. Ну, не знаю, медведи или нет. Я их называю медведями. Вон. Язык выволок. Хорошую атмосферу здесь создали. И называется это все «Зимние мечты». Винтердрём. Короче, тут с моим мужем случился спор. Он почему-то посчитал, что это елка искусственная. Но это елка натуральная. Уже убедился в том, что елка натуральная. Так, это у нас выход, вход. Такие красивые ворота. Ну, в общем, темно уже. А у нас сегодня целый день. Какая-то непонятная погода.
вот сейчас видно хорошо. Туман, туман, туман. Мы немножко погуляли. Хорошо здесь. А сейчас мы пойдем домой. Начинается дождик. Всем всего самого-самого наилучшего и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.